называется эксперимент «Вальс». Далеко не уходите. Значит, в чем он будет состоять? Сейчас я вам напомню буквально коротко, что вальс – это общее название бальных социальных и западнородных танцев музыкального размера 3/4. Вальс всегда считался неприличным танцем, абсолютно неприличным, поэтому он запрещался в течение 2 веков, а в России вальс запрещали указом Павла I, который запретил бакенбарды, французские сапоги под названием ботинки и развратный танец вальс. А Наташа Ростова не могла танцевать с балконским вальс, потому что в то время он был запрещен. Это был всего-навсего начало 19 века. А запрет сняли только в конце 19 века. И вальс из непристойных перешел в пристойный. Значит, ансамбль «Вариант» Александр Дойкин и товарищи будут петь вальс, а на сцене будут танцевать вальс. Дмитрий Чернов с партнершей, прошу вас, занимайте свои места. Все желающие, говорят, есть ребята, знакомства, которые тоже хотели бы потанцевать, пожалуйста, будьте любезны, помогайте и подключайтесь, все желающие. Итак, ансамбль «Вариант». Еще без рекламных щитов, люди со свежей вечеркой в кармане, властью трамвайных пустых полуснов. Я погружен в состояние дурмана, еду к тебе, отложив все дела, с острой тоской от трехдневной разлуки. Милая, кем для меня ты была? Да медсестрой, лечившей недуги. Молод и легок еще на подъем, много бензина дешевого в баках, не наблюдаем часов мы вдвоем, и почему-то хватает бензнаков, полосы взлетные, тень от крыла. Я лечу рейсом Аэрофлота, милая, кем для меня ты была, главным диспетчером этих полетов. Туруп, Шикотан, Сахалин. Шторм был такой, что жилет не поможет. Чудо простых океанских картин. И телеграмма твоя чудо тоже. Память опять по волнам понесла. Ясно, кому наливать за удачу. Милая, кем для меня ты была? Богом, Нептуном, никак не иначе. Зеленованный классный журнал, разных оценок наставили люди. Крутится, вертится дней карнавал, сколько так виться веревочка будет. Но когда станет день словно ночь, что вспомню я в завершении маршрута? Старый трамвай, повзрослевшую дочь, да телеграмму твою словно чудо. Спасибо ансамблю «Вариант», спасибо танцующим.